Город Астана, посольство Украины. Здесь вот сотрудник, не знаю, с какой целью здесь занимается. Ну, там. Что случилось, Игорь, у вас? Можете рассказать? Я хотел показать, выразить свое мнение по аннексии Крыма. Только я сказал, что Крым не аннексирован. Да. Я пришел с плакатом, они плакат забрали. Теперь хотят мне вообще доставить участок. А на плакате я прошу прощения у украинского народа от лица Казахстана. И от лица президента, а как гражданин Казахстана я прошу прощения. Уважаемый сотрудник, можете причину задержания объяснить? Украина ерчилігін аяқтап болмайды. Егер видео с мне съемка. Нет, видео я Агашку снимаю, не посольство. Я же прошу прощения у посольства. Украины прошу прощения. Он же сюда не ломится. За себя. Игорь сюда, разве вы пробовали? Ага. Вы через забор перелазили? Нет. Нет. В чем причина? Вот забор. Он меня до этого уже задержал. Я держусь, потому что. Нет, в данный момент причина вообще задержания какая? Он же с плакатом просто стоял. Он не сопротивляется, чего вы дергаетесь? Он с плакатом же просто стоял. Здесь же не митинг у вас встает, он один. Одиночный пикет, это разрешено Конституцией. Что за произвол? Господин старший лейтенант, вы отпустите, он же не убегает никуда. Я никуда не убегаю. Отпустите, он же не убегает никуда. Все, все. Стойте, давайте вежливо здесь вот это. Алло. Вас как зовут? Агай, можете представиться? Не притягивайся, отойди отсюда. Агай, можете представиться? Я художник Асхат Ахмедьяров. Ага, с какого города? Художник по современному искусству. Современному искусству. Город какой? С города какого? С Астаны. С Астаны? Родом с Уральска. Ага, вы, получается, вышли с плакатом сегодня, одиночный пикет, из-за того, что Токаев, да, для кого-то, возможно, уважаемый президент, высказался по поводу аннексии Крыма. Он давал интервью и сказал, что Крым не аннексирован. Господин старший лейтенант, можно к вам вопрос? Без комментариев. Извините, это представительство Украины, да? Я только что выражал свое мнение. Я просил у Украины прощения за то, что вы здесь работаете, да? Крым не аннексирован. Я гражданин Республики Казахстан, хотел узнать вот эти два сотрудника, Агашку. Агашка вам утверждает, на забор сюда не лез, не стучался, ты стоял просто с плакатом. Одиночный пикет, все. А можно не снимать? Это ж не... Да. Я предупреждаю, ведется видеосъемка, лицо не фиксирую. Камеру вниз. Камеру вниз держу, вас не снимаю. Вот Агашка... Там причина вот сейчас его задержания в чем? Вы пожаловались? То есть сотрудники вашего посольства? Никто не жаловался. Логика не аннексирован. Как это может быть? Вы же русским языком хорошо доводите. Подождите, можете мне ответить? Вы же русским языком хорошо владеете? Вот, я тоже хорошо. Причина вот этого старшего лейтенанта задержания вот этого Агашки. Он здесь вам забор не ломал, в дверь не стучался, не звонил. Стоял с плакатом вот здесь на тротуаре. Они подошли и начали плакать. Это работа непосредственно охранной службы. Они занимаются порядком возле нашего учреждения. Да. Но он здесь у вас один. Здесь порядок. Он уполномочен. Ага. Нарушение в чем заключается? Пикет допускается, это разрешено Конституцией Казахстана. Да. Я нахожусь не на вашей территории, я нахожусь на территории Казахстана. Пожалуйста. Он же вам здесь на территорию не пытался там влезть, там вломиться и так далее. Он стоял вот здесь вот на... Вы где стояли, Агай? Я вот здесь стоял. Какой умысел вашего расстояния? Какой умысел вашего расстояния? Извинения хотел попросить насчет аннексии, то, что президент нашей страны вчера высказал. Там изображен осел. Перечеркнутый портал красный транспорт. Больше плакат вот такой. Внизу на английском, на украинском написано. То, что я прошу просить. Извините за него. Вот так. Салам алейкум. Вы участковый, да? Ага, теперь вопрос такой, к данному сотруднику претензия, господину старшему лейтенанту. Агашка стоял, вот сотрудники посольства подтверждают, что он здесь им дверь не ломал, не пинал, звонок не звонил, туда проникнуть не пытался. Находился вот здесь с плакатом.
одиночный пикет, то есть он там, каждый гражданин РК имеет право высказать свое мнение, правильно? Закон не нарушал, здесь митинга не было, скопления никакого не было, он один был. Вот, вот этот старший лейтенант начинает его здесь крутить, мурутить и так далее, забор ломать. С этого какой-то там публичный мероприятие. Да. Пусть я, пусть я, этого я, тогда, я, в чем я, проблема? Извинения я, попросит. Извинения попросит вот этот данный сотрудник. Я вас попрошу, перенесите вот, вот этот процесс, пожалуйста. Подальше от вас. Подальше от посольства. Это единственная просьба. Да? Ну, ваше посольство никто не трогает, здесь находится. Это территория. Не, у вас просто сколько здесь, метров здесь от забора здесь идет? Здесь четко понятно, что это находится учреждение другого государства и проходит мероприятие непонятного характера. Поэтому просьба, ну, сместитесь в другую сторону, на нейтральную территорию и обговорите все вопросы, которые вас интересуют. Вообще без проблем. Я, как просто здесь... Асхат Ахмедьяров. Я приношу свои извинения от всего казахского народа. Да, к вам. От казахского сообщества. Зеленскому и так далее. Что Крым, аннексируем, мы признаем аннексию Крыма. Крым. Только президент не признает. То, что сказал президент, это не относится к нам. А мы признаем аннексию вашу. Мы просим, я прошу извинения. Теперь вот к нему претензий никаких же нет. Вот они подтверждают, он им не дверь... Вы вот для сотрудника можете, да, подтвердить, что вам никто не стучал? Нарушений не было, ну, как с нашей стороны, да. Просто, если это все фиксируется, предупреждаю. Все, Агашка, так можно вас? Да. Так что можете разъехаться. Не-не-не, можно Агашку вот сюда, от здания попросили сотрудники. Чего вы здесь провоцируете? Все-все, мы отойдем. Извините, пожалуйста. Можешь, наверное, держать тебе плакат, а? Я имею право на него, чтобы я его держал. Теперь, уважаемый господин старший лейтенант. У них претензий никаких нет. Вот, это представители данного посольства. Он к ним не стучал, ничего, забор не перелазил, там, стоял вот здесь. Хотел ну, хотел, есть же факты, вот. Они же подтверждают, что не было никакого там к ним вторжения и так далее. Вы же только что сами слышали? Кто? Вот, товарищ. Все, он свободен тогда, претензий никаких нет. Да не к вам вообще вопрос. Вы же вообще сотрудник этого УССО, по-моему, насколько я знаю. Плакат, который они у меня изъяли. Можно я посмотрю на ваш плакат? То есть на украинском написано «Простите нас за него». Извините нас за него. Все-все, увидел. Прикольный плакат. Можно его вот так задеть, чтобы видно было? Вот такой плакат, да, у вас забрали? Да, вот, вот этот плакат забрали. В плане, если на вас будет такое давление, вот здесь все зафиксировано, в прямом эфире можно увидеть. Сотрудники этого подтвердили, что вы им здесь угрозу никакую не несли. Да. Не пытались там и так далее. Вот именно. Все. Вот в плане давления со стороны вот этих сотрудников, если будет, вы можете в отношении их заявление написать. Хорошо. По закону, если честно. Они мне не дали выразить свое мнение. Все, сейчас вы свободны, вас никто не держит. Правильно? День добрый. Вас как величать? Не знаю, часть. Не, зовут вас как? Ербов. Меня Руслан зовут. К нему претензий никаких нет. Вы же сами слышали, представители посольства сказали, у них никаких претензий нет. Это вот эта личная инициатива вон того старшего лейтенанта, который здесь начал здесь рукоприкладством заниматься. Так, у меня вам вопрос. Шубу ничего не порвали? Мне вопрос. Пуговицу мне порвали. Пуговицу порвали? Сейчас мне должны вернуть мой плакат. Это ты не видишь? Нет, не надо. Я над ним поработал. Купил плакат, взял краску. Мое мнение, это все моя собственность. И он сейчас вот это, мое выражение сейчас находится вот в этой будке. И я хочу сейчас получить его. Давайте попробуем. Вы далеко от камеры, не уходите, ага. Подождите, надо снимать вас. Сейчас потом что-нибудь случится, они отрицать будут. Они потом отрицать будут. Это моя собственность. Потом будете забирать. Вы не имеете права его отнимать. Потом будете платить. Изымать его пора. Где плакат? Туда нельзя. Там они сейчас оформят за вот это. Туда нельзя. Вот что плакат. Потом будете забирать ваш плакат. Надо старшего позвать просто. Хорошо, я не буду демонстрировать теперь. Просто мне дайте, это моя собственность. Сейчас забирайте. Теперь можно к вам вопрос обоим? Вот представители посольства подтвердили, что никакого там не было там, как там... Да, никакой угрозы не знаю, ничего не представлял. По аннексии Крыма, говорит, мы не будем комментировать. Есть, говорит, это все на сайте и все это выложено в интернете. Что из себя представляет? Господин старший лейтенант, можете выйти? Сейчас они будут там консультироваться с начальством, что делать с вами. С этим плакатом.
Да, с вами и с плакатом. Отпустить или нет? Скорее всего, повезут в этот, в УВД. Так, район Весильский здесь, насколько я знаю. За речкой. Весильская. Весильская, знаете, да, что на перевели, парни? Она там, на левом берегу, в сторону Мангалика. Не там теперь. Ну, если вдруг вы поедете снимать. Вам что, принципиален плакат? Или вы домой пойдете? Я хочу получить плакат. Ага. Сейчас узнаю. Или дайте мне расписку, что вы не верните. Хорошо, сейчас. Добьете себе плакат. Там же противозаконного ничего не написано. Можете показать еще раз фотографию плаката? Там что-то оскорбило вашу личную, этот, я не знаю, честь и достоинство, вот эта картинка. Вас чем-то оскорбила эта картинка? Вы знаете, что здесь написано? Вот что здесь написано хоть? Вы можете разобрать? Вы не разобрали, что здесь написано, и забрали меня. Здесь же не написано мусора там, пи там, или еще что-нибудь. Да. Здесь вообще, я не знаю, что здесь написано? Ага, перевод. Вы бачите за него. Извините за него. Все. Там оскорбления никакого нет. Там честь и достоинство сотрудников никто здесь не трогал. Не, вы только что слышали, представители посольства вышли и сказали, у них претензий нет, и им никто не мешал. Сколько метров от забора, знаете? Нет, сколько метров от забора, знаете? Вы на асфальте стояли? Да, я вот на асфальте. Вот этот тротуар, это не является территорией посольства. Вот этот тротуар, уважаемый. Вот этот тротуар, это территория Казахстана. Да. Вот этот газон. Вот здесь. Нет, вон туда. К вам вообще у них претензий никаких не должно быть, нарушения нету никакого. Это территория Казахстана, вот этот именно тротуар, территория Казахстана. На то пошло, даже если у них какие-то претензии будут, у представителей посольства. Все понятно, да. Вам вообще не стыдно будет сейчас его вести и оформлять за что-то? Я вам как юрист вот говорю, что ему нечего вменить даже. Можно уже достать? Не, какое удостоверение? Не надо, ага. Для чего удостоверение? Рапорт там составить. Вы вот так вытащите, пусть он сфоткает удостак и все ваше. Если ему нужны данные, и все. Или запишет себе в блокнот. В руки не давайте, ага. И то фоткать тоже даже не имеет права. Вдруг он завтра на вас кредит замает в Каспи банке где-нибудь. Че, все, он свободен, Агашка? А? Там призывов никаких не было. Находился на территории Казахстана тротуар. Господин старший лейтенант, данный гражданин задержан? Нет, вообще задержан? Причина? Для выяснения личности он вам удостоверение предоставил. Дайте плакат, да? Вы этот? Я требую, беру тебе плакат. Куда будешь сворачивать? Это моя собственность. Здесь еще приехал наряд, наша доблестная милиция. Что вы у меня забрали? Ага, дайте, забрали. Уважаемые сотрудники, плакат отдайте, там провокаций никаких не было.
Вот жетон кто-то зацепил. А, это у него. Провокаций никаких не было там, оскорблений не было. Территорию украинского посольства никто здесь не пытался вломиться там. Представители посольства подтвердили. Даже если какие-то претензии будут, данный гражданин находился на тротуаре на территории Республики Казахстан. Вам этот принципиальный плакат? Ну, вообще, по-моему, в этом есть. Ну, или пойдете? А? Или пойдете? Я вас закину там где-нибудь. Хорошо, ладно, пойду. Да? Есть уже в интернете. Все, сал волнес. Да? Господин Матери, старший лейтенант. Ну что тогда? Все, плакат ему не нужен, короче, он поехал. Успели сейчас? Все. Все, пойдемте. Вон туда. Ладно, сал волнес. Вон ту белую машину садись. Завершая прямой эфир. Что еще расскажете, да, наверное? Там кто не услышал. Фамилия, имя, отчество ваше? Асхат Ахмедьяров. Асхат Салович Ахмедьяров. Со Астаны, да, вы? Да, со Астаны. Ага. Художник. Данная акция, что вы хотели здесь сказать? Как? Данная акция, что вы хотели сказать сегодня, донести, да? Представители посольства там. Да, я хотел представителям посольства донести, в общем-то, поставить в известность, что я приношу свои извинения от всего казахстанского сообщества, от народа, за высказанное мнение президента по поводу аннексии Крыма, что Крым не аннексирован, вот так он сказал на интервью. Вот Малдякман давал интервью немецкому журналу издания, кажется, Немцова там немецкого. Вот прозвучало такое мнение. Естественно, меня это возмутило, почему Тукаев говорит от всего народа такое несуразицу. Когда весь мир, в общем-то, весь мир знает о том, что Крым аннексирован. Он захвачен. Вы хотели извинения, короче, попросить у представителей Украины, да, посольства? От всего народа Казахстана. Я просто хотел даже не... Что мы не солидарны с нашим главой государства. Да. То, что он вчера сказал. Если никто этого не может сказать, то я решил вот это таким способом, в общем-то, попросить извинения. Ой, рахмет вам большой. За меня тоже. У меня просто плакаты нет, я бы тоже постоял. Все, завершай.